автомобилисты, и основы сборной. Были замечательные игроки Валерий Кузыченко, Василий Кузьков, Николай Белецов, ворота Андрея Рыжика и Николай Онищенко, капитан сборной команды Советского Союза. Уже в 78-м далеком году Кузьков просочился в состав сборной команды Советского Союза. И впервые был делегирован из этого нашего клуба, потому что стал обладателем Кубка Европы, тогда это называлось. И затем победные поступки великого клуба в 1979 году. Это был выигран первый чемпионат Советского Союза и команд высшей лиги. Великая победа играющего тренера Валерия Нефантьева, заслуженного тренера России в 81 году и заслуженного тренера Советского Союза в 1989. Ну, а затем хет-трик, как говорят спортсмены, 79-80-81, три золотых медали. И здесь вмешался в спор ковровый во главе с Александром Царевым в 82 году. Салон уступила. Чуть-чуть уступила спортсменам ковровцы, и мы заняли тогда второе место. В 83-м вновь золото, в 84-м ковровец, а в 85-м вновь металлург. Ну, это были противостояния великих команд. Команда ковровец, основная, вот замечательно забивает сейчас Василий Павлов. Это было противостояние двух великих команд. Ковровец, вы помните, Владимирский область, завод имени Серёва, великого. Это город мотоциклостроитель. На мотоциклах Ковровского завода мы играли буквально и... Пока страна не увидела, что очень тяжело побеждать. Но тем не менее, сборная команды Советского Союза на мотоцикле класса 250 выигрывала, побеждала, но было тяжело. И вот все мотоциклы имели уникальные мотоциклы, которые играли вручную, они были на голову выше, чем у остальных команд, но тем не менее «Металлург» пользовался связями с великими рестлерами, чемпионами Советского Союза. Мотокроссмены — это друзья Валерия Георгиевича Нефантьева, красноярцы, его одноклубники, Валерий Басалаев, Валерий Свинков. Это люди, которых можно назвать профессорами. Усилия мастерских на фильмах и вручных ковровцев курировал лучшими ковровскими моторами. Но это все. Вот, кстати, можете посмотреть на нашей выставке. Мотоциклы ковровского завода. Кубовый пилот, что было позже, и то, на чем играли мы, это ковровец 175, ну и рядом, естественно, мотоцикл, на котором сейчас весь мир. Некоторые любят Кавасаки, но, вот вы знаете, сейчас великолепный был удар и нарушение правил стороны Антона Гусева. Александр Минаев как-то криминально к нему подходит, головой кинет, что ж ты творишь? Ну и зеленые карточки. Это 2 минуты удаления. 2-минутное удаление. Но, тем не менее, дорогие друзья, третий день соревнований. И
уважаемые зрители, от имени администрации я довожу до вашего сведения, что будут открыты ворота на сиденье «Металлург», ведущие в парк и игровую площадку. Повторяю, будут открыты ворота, которые ведут в парк и детскую площадку на улице администрации Ленинского района, если вы понимаете. Да, у нас сейчас Михаил Липинский еще. Доморощенный мальчик, великолепный, замечательный удар. Но, вы знаете, я хочу сказать, что сегодня немецкий голкипер блестит. Великолепен, он на чеку, Вот такой блестящий удар. Но это был Дмитрий Лиховец. Также чемпион России среди юниоров этого года. После травмы, очень тяжелой травмы, восстановился. Вы знаете, вообще наших молодых спортсменов в этом году был травмирован буквально с трещиной лодыжки. Андрей Гусев до сих пор не может восстановиться после тяжелейшей операции, брат Антона Гусева. И, Алексей Волков, та же травма. Антон Гусев мимо ворот. Алексей Волков вот буквально только после травмы, вот-вот шестой номер, увидите его. Только что восстановился или не восстановился, но, по крайней мере, в игре. Но ребята хотят доказывать, что они достойны быть металлургами, и они это доказывают. Сейчас будем в борьбе. Простите, ну что-то сегодня немножко прохладно, вчера была, можно сказать, жара. Сейчас мы с вами, ну, при солнце, но прохладно. 6-2 для наших в атаке. Ищут брешь в обороне металлурга. Андрей Ахмичев показывает всего футбольный ударник, хочет засадить справа, но пока только корректно толкает. Алексея Волкова. Ну, вы знаете, дорогие друзья, машина, железо, и вроде кажется, что и не было ничего, а чуть-чуть задел по ноге. Алексей Волков, наверное, справедливо удален. Арбитры Александр Минаев и Вячеслав назначают по центру удар в створ ворот. Максима Пушкарева, третьего нашего. И мы ждем результата. Thank you.
немецкой команды. Владимир Сосницкий 4 года проиграл в Шенхайме. Несколько раз победил чемпионат Германии. Андрей Сосницкий, вот хороший удар, но не у ворот. Это клуб, который также в Копенхайме находится, буквально рядом. Два великолепных немецких клуба. Thank you.